Ладно, я снаружи у северной стены. Большое здание. Теперь надо пробраться внутрь и выяснить, куда они упрятали нашего приятеля Сейбера. В конце концов, это просто штаб-квартира ФБР. Неужели туда так трудно вломиться? Давай найдем этого психа, Дарвин! Все готово. Что готово? Что-то вкусненькое? Так, идем в комнату видеонаблюдения и посмотрим, не сможем ли мы узнать, где содержится Сейбер. Пока не войдем, никаких переговоров по радио. Пошли. Хей, гайс, с вами Шмики, и мы продолжаем пройдите рупы на Занчи Фордша. Так, немножко... Сейчас будет интересно. Вот так. Пускай где-то, ну... Вот так, да. Ладно, немножечко прибавлю. О, нихера, они придумали. Сейчас они часиков этих наплодят мне. Ладно, плевать. Ну, как обычно, с вами купим все, что необходимо. Карта, диск, оружие. Передатчик Муча улучшим. Так, количество боеприпасов. Блин, не знаю, типа, нанохакер, ну, я его вообще не использую. Ледяную пушку может быть в дальнейшем. Но у меня вот. Постой, что у меня с этими пулями, я понял. Боеприпасики. Ладно, сделаю лучше так, не буду заморачиваться. Все равно я эти... Ага. А почему я не смог стрелять? Ну окей. Допустим так. Блин, мне бесит, что чипы взлетают, что мне за чипами придется ходить. Хотя у меня есть магнит. С другой стороны, да. Так, что у нас по миникарте? Один диск где-то наверху. В небе. Походу, это на крыше. Да, вон, я буду лазить по крыше, значит, сверху. Оу. Безопасная точка. Хотя, подожди, а могу ли я... Ха. То есть в какой-то степени мне нужен подъемник вот этот, который они спускают. О, диск. Ага. Блин, вот если было бы хер, чтобы я хлыст смог полностью улучшить. Я мог сюда Муча запустить, да и все. Мне кажется, мне бы это намного облегчило задачу. Ой. Так, это для того, чтобы взлететь, да? Ах,
Опача. Тихо, не взялось. Машинка, ты живая? Вон оно что. Окей. Добро, здесь мы справились. Так, так, так. Диск должен быть надо мной, то есть там. Лазеры. Кажется, меня засекли. Вон что оно делает. Ой. Теперь о скрытности можно забыть. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Бам-бам-бам-бам. Ну зато я чипы собрал. Так, Муча, на сколько ты у меня? На 100 секунд. Так, ладно, туда я не попаду. Походу, да, я все-таки сейчас еду на крышу. Так, давайте я наверняка посмотрю, что здесь у нас. Ох, нихера мне подниматься. В принципе, сюда я могу залезть. Сюда нет. Изи. Попизи. Плюс диск. No bad. Хе, лохи. Так, что я здесь могу найти? Ясно. Ой-ой-ой, ты что делаешь? Ты что, дурак? Я не виноват, у меня полет не сработал. Бредятина. Ладно, давайте просто для прикола посмотрим, что будет с этой стороны. Ага, теперь вспомни, кто такой звук создает. Ну чё, как там селиться?
Да уж. Ну окей, минусы есть. Это тень. Невнятно работающая тень. Контрольная точка. Ну что, чип? Муч. Не знаю, почему я его назвал чипом. Наша с тобой цель — обезвредить все это дело. Миссия завершена успешно. Так, кулер раз. Два кулера у нас. Три ящика. Откуда мы могут... О, да. Поехали. Сейчас здесь будет патрон. Они слишком стрёмные. Нахер их. Все. Да чё вы такие жесткие? Ну ладно, хотя бы золотой диск дали. Так, хпшки у нас нету, мне бы... Ладно, придумаем. О-хо-хо. Поехали. Да ебись. Ебись колотись. Ладно, хотя бы я знаю его слабую точку. Да, сдохнуть сейчас было бы легко. Ой. Так, мне нужна карта, мне бы ХП. Все отлично. Так, ключ-карта необходима. Вот эти два ящика откроются. Не-не-не. Да, если не хочу, чтобы меня вот эта пушка разнесла голову, нужно как-то... Может, ты сразу слезешь? Его даже не прицепили. Надо, скорее всего, активируется, когда я на лазер наступлю. Окей. С этой задачей мы справились. Так, вот диспетчерская, вот охрана, а вот и проблемы. Эй, Харли, как ты думаешь, ты сможешь выманить охранника? Ну смотри. Ку-ку! Какого? Как дела? Да ты издеваешься! Это опять я! Охрана, вы мне просто не поверите. Но у нас тут в секторе 4Б самые настоящие грызуны. Я этим сейчас займусь. Хуарес, взломай систему и найди Сейбера. Сделаю.
Говорю вам, я не знаю, что случилось. Скажите, как заставить все эти вафельницы и тостеры утихомириться? Я же вам говорю, не знаю. Разве что, разве что это был Яншу. Он мог. Достаточно, мистер Сейбер. Пора прервать наше с вами сотрудничество. Кто это? Назовитесь, черт возьми! Почему вы мне не показать? На выход! Бегом! 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 Все морс отсюда! Дарвин Сейбер... Кто-то не хочет, чтобы он говорил. Он сказал Яншу. Яншу! Точно! Таинственный партнер Сейбера. Все равно. Продолжаю поиски, нам надо кое-что прояснить. Оу, да. Так, полежи пока что здесь. Ага, нам все равно сюда идти. Как раз я зайду и куплю вещи, которые мне дали за диски. Да ну нет, а за что еще и пылесос ожил? Я думал, он только под сигнал там сработал. Ладно. Сделаем это красивенько. Ну, ожидаем. А, хотя... Эти враги слабенькие. Поэтому все равно. А что они тут в коробке? Лазер не достал. Бредятина. Эй, Хвара, слышишь? Приборы только что прошли перед самым носом службы безопасности ФБР. У них, наверное, есть пропуск. А у меня нет. Да уж. Оу, да. Да хера я хапил. Так. Ну что, готовы? Пойди, теперь у меня как пулемет он работает. Чтобы выстрелить из кассетного ружья в альтернативном режиме, удерживайте кнопку стрельбы при наведении на врага. Альтернативный режим кассетного ружья поражает несколько стоящих рядом врагов. Даже так. Это вообще идеально. Ебучее магнитоло. Ау. Короче, иди в шопу. За выстрел 5 штук тратится, нихера себе. Я у лифта, но пульт управления обесточен. Незаконное проникновение обесточивает все секретные терминалы. Отлично. То есть надо как-то включить его в сеть. Да, энергия луча детектора движения может помочь. Только осторожно. Один выстрел тратит 5 орков. Поверьте, это дохрена.
Наведите лазерный луч на оптический переключатель, чтобы активировать его. Ой, бля, что я делаю? Ладно. Мы этого челика убьем. Бля, ладно, там зацепиться не за что. Знаешь, только так. А, вот оно как работает. Используйте другие выходы. Главное, чтобы вот этот лифт не оказался ловушкой. Окей. А, все? Надеюсь, я сюда еще вернусь, потому что там вообще-то валяется мой предмет. Диск еще один. Так, Дарвин, датчики показывают, что Сейбер находится в противоположной части здания. Как добраться быстрее? Туда можно попасть через отдел криминалистики, но там надежная охрана. Бластер, мне понадобится твоя помощь. Договорились, я тоже иду туда. Тебе не найти Сейбера. Мой отмороженный приятель об этом позаботится. Этот холодильник заморозил вход, и теперь я в ловушке. Я приведу в действие аварийную систему. Поищи подходящий рычаг. Так, мне нужен огнемет. Хорошо. Мне нужен огнемет. А, сначала рычаг. Осторожно, открывается аварийный выход. Ау. Ау. Ой, они же меня могут поднимать, точняк, я забыл. Шлепал. О, я могу еще выше поднять. Подожди. Муч, проверяем. Так, ну, в принципе, я сюда должен, как я понял, упасть. Так, а теперь мне тогда интересно, что наверху, потому что наверх я тоже могу залезть. А-а-а. Еще выше что-то есть? Нету. Ну ладно, тогда нам только сюда. Холодильник тут все заморозил. Здесь просто каток. У нас тут тоже сплошной лед. Кстати, о холоде. Это дар холоднее, чем хворост. Заткнись, Бластер. Ты что, херел? О-о-о, стой! Так та еще херней поджигала. Я думал, он только крутится. Но не поджигает. Так, ладно, карта зона. Улучшение здоровья.
Так, через туалет тогда проберемся. Подумал, что-то еще ожило. Ну, погнали, мужской туалет. Я встал на скользкую тропу. Ох ты же, блядь. Быстрее, сука! Сегодня в ударе? Ну да. Тебе нормально в воздухе висеть? Нормально. Ау. Ну, слушайте, один напердитель убить не сможет. Так, а туалет, по идее, должен открываться, потому что там есть по чем подняться. Хотя и тут есть по чем подняться. Ау, ау. Так, давайте, пока я далеко не ушел, посмотрим, что в этой стороне. Как раз и есть мой обход. Хлось. Так, один диск должен быть наверху где-то. Хуарес, Бластер, плохие новости. Я добрался до отдела криминалистики, но тут заперто. Есть еще варианты? Отсюда я никак не смогу открыть дверь. Безнадежно. Тебе придется найти другой вход. А выйти, может быть, получится через кабинет директора. Ты хочешь сказать, выйти наружу? Клево, что у тебя есть реактивный ранец, Дарвин! Вот этот вот молодец. Они низко были. По сути, я могу туда попасть. Даже без этого. Заюзать магнит и сюда пролезть. По факту, а что мне мешает? Все. Я у двери, но вместо замка здесь терминал для ключ-карт. Значит, где-то рядом должна быть ключ-карта. Может проверить кладовки? Самое интересное, что эта дверь сама открылась. Так, подожди.
Ой, подожди, я не скажу, нет. Значит, там все-таки у нас был диск. Да, это был диск. Туда нужно идти мочим. Как будто в пилу играю. Хотя... Ага. Нихера не понял. Там не было диска. Туда я, понятное дело, пока что не пойду. Если что, сразу на компьютер залазим. Так, ключ к картам. Оборудование побеждает, но пасаран. И чё, он просто идет? Ну чё мне нравится вот этот... Это лучше, чем Роулинг. Один. Одно попадание, и все. Больше не надо вам. Да я понял, что здесь этот... Введите лазерный луч на оптический переключатель, чтобы активировать его. Да, я активирую, но сначала я заберу синенький кристалл. Бля, ладно. Окей, я заметил наверху еще. Не может быть все так просто. Ну я же говорил. Там бесите. Мучи. Ага. Ну окей. Так, что теперь от меня хотят? Так, время уже закончилось на самом деле. Относим ключ-карту и заканчиваем. А куда? А, этот сюда перешел. Ладно, давайте здесь закончим с вами. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.